И всем доброго дня. С вами Смотрящий Троечек Леха, и я повредил плечо. Ой. В общем, сегодня хотел закончить четвертую, третью стенку, поснимать все, доутеплить, сделать закладные под будущие фонари, поставить реле времени, датчики движения, закладную под камеру. Ну и, короче, балалайка. Ну, как всегда, повредил плечо. И чтобы его не добивать, сегодня будем заниматься декоративкой. Я уже на солнышке поставил оттаивать. А на солнышке оттаивает у нас АМК, фасадное покрытие. Это такие красивые у нас соты и оранжевого цвета. Почему оранжевого? Ну, потому что у нас как бы крыша оранжевая. Почему соты? Ну, не знаю, квадратики как-то уже надоели. Были бы кругляшки, сделал бы кругляшки. Поначалу хотел вообще просто загрунтовать все и чисто покрасить в графитовый цвет. Буквально с пульверизатора за один день на два слоя спокойно, без всяких излишеств и трудностей. Графитовый цвет выглядит вот так. Красивый, дорогой цвет, стильно, модно, молодежно. Красивее только какая-нибудь декорация. Ну вот с АМК, это акрил, мраморная крошка в стиле черных кирпичиков на белом шве. Вот так выглядит мастерская, очень классно смотрится. А почему бы не сделать так же снаружи? Но чтобы были не скучные тона, мы сделаем это все оранжевым. А чтобы было еще веселей, это все будет еще и в ромбиках, ну, в сотах. Я думаю, будет здорово, классно, великолепно. Единственное, придется прям попотеть, но в конце должно быть прям вообще пушка. О, разминаемся и начинаем мы, конечно же, с грунтовочки. Да, конечно, некрасиво получилось, но это не шпаклевка. Красота здесь не нужна. Если хотите делать красиво, аккуратно, а не как я, непонятное что-то. Ну, я сделаю так, потому что мне сейчас нужно, чтобы нанести не красоту, а чтобы работало, чтобы вода и жуки не заползали в щель.
сверху будет декоративное покрытие. Если будет делать красиво на видном месте, берете малярный скотч, наклеиваете полоску сверху, полоску снизу. Нанесли герметик, скотч отрываете, и у вас аккуратная тоненькая полоска. Я этому научился на работе. Если вам не важна эстетика, можно бубенить, как я. Ну а теперь переходим к декоративке. АМК фасад полностью отлежался. Прошло уже около 4 часов. Солнышко то появится, то уйдет, но главное, чтобы не было дождя. Клеить я буду на старый добрый плиточный клей, высокопрочный белый клей Elite от компании Balars. Нет, это не реклама, не навязываю свое мнение. Можете клеить на абсолютно все, что угодно, хоть на сопли огра. Правда, потом, не соблюдая вот эти вот требования, даже нет, давайте на весь экран сделаем. Вот. Вот требования, которые идут с АМК фасадом. Вот такой должен быть клей. Не обязательно должен быть именно Balars. Просто я Balars доверяю. Я поклеил в себя уже и прихожку, и всю плитку, и всю внутрянку. Также фасад АМК в мастерской. Ничего не отвалилось. Плюс в этом году будут требования еще жестче. У меня будет фасад, будет мыться керхером. Поэтому клей должен быть идеально хороший. В выборе вы не ограничены. Правда, потом вы мне пишете, что клей говно, я купил подешевле, ну а потом мне все подваливалось, и клей говно, и фасад говно, и автор говно. Ну зато вы молодец. О, за работу. Получается, но медленно. На одно полотно раскатать, сколько тут, метровое получается, уходит от 3-4 часа. Блин, долго, а то и 5 часов. Приходится каждый шовчик аккуратненько подправить, чтобы он был красивенький. Получается, не всегда красивенький, приходится еще по телеком тут. Что-то мне не нравится. Поэтому повышаем уровень. Во-первых, он будет выше на 2 метра. Во-вторых, хочу сделать наоборот. Сначала клей полностью, а потом затирка. Я думаю, так должно пойти быстрее. Так что засекаем время и пробуем другой способ.
Готово, все. Практически на 99% готово. Немножко не хватило раствора, но сейчас начну вторую сторону, мы будем делать. Ой, ходят соседи, учат, как нужно правильно клеить, что нужно, оказывается, брать тряпочку и все это смывать, пока клей не застыл. Знаете, как узнать, сколько соседей мне уже давали советы, сразу заходили? Вот видите, раз, два, три, и с той стороны. Вот, 4, 5, 6. То есть я им показываю демонстрацию, что если взять и отодрать, там уже ничего не нужно отмывать. О, это только за один день, ребята. Сейчас я еще буду сегодня вторую сторону делать. Благо, хоть с дороги будет не видно. А так советами закидают. Представляете, сколько я получу советов, когда я буду делать на фасадной стороне, где перекресток. То есть вон там. Пересечение двух дорог. Одной и второй. Ну, просто закидают советами, как нужно делать. Но получается неплохо. И да, кстати, вариант, когда сначала наклеили фасадную, декоративный фасад АМК, а потом сделали затирку, намного эффективнее, аккуратней. У нас не видно стыков разных этих клеев. То есть этот через час застывает, начинает сворачиваться, а этот еще гладкий. И когда начинаем водить, кстати, гладилки полное говно, используйте пластик, которыми обои разглаживают. Вот такая вещь, получается аккуратно и не видно. В целом я доволен. Приступаем ко второй стене. Правда, здесь придется попотеть. Во-первых, придется подсовывать АМК под верхний лист шифера. Во-вторых, придется снять дверь. Иначе получится некрасиво. Ой, о, что-то на улице сегодня у нас. Тепло. Что, погнали, последний подход на сегодня. До, после. В принципе, можно смело сказать, что половина мастерской полностью закатана в АМК фасад. Классно, быстро, кропотливо. Большая сторона у нас была самая муторная, она высокая была. Мы работали на туре, мы набивали руку. Ну а вторая пошла как по маслу. По итогу, 38 квадратов полностью сделаны. Ой, я кусочек забыл. Ладно, сейчас доделаем. Ну, уже не на камеру, доделаем, забыл совсем. В общем, 38 квадратов за 18, Леха, часов.
6-7 маленькая страна, потому что вся работа была с ног. И большая из-за туры, подрезок вверху, ушло 10-11 часов. В принципе, неплохо. Я, получается, в следующие два выходных, если смогу, закатаю остальные две стороны. Но это не получится. Мне нужно больше 3 дней. Даже 4. Почему? Мне нужно будет снять потолок, подкоротить его из-за утепления. Также утеплить, встроить вытяжку, закладные подворота, под мотор заложить. Так, снять дверь нужно будет, доделать окно, подоконники, покрасить дверь, привести в порядок, а то будет мастерская как бы новая, классная, красивая, а дверь будет страшная, ужасная. Будет нестыковка. Поэтому, я думаю, мы еще здесь на 2 недели. Почему на 2? Ну, потому что у меня 5-2 работа, я делаю только по выходным. Получается, с момента утепления до того, что вы сейчас видите, прошло 5 дней. Сегодня 5-й день. Так что не быстро. Но можно зато смело прикинуть, что в принципе за неделю-8 дней можно спокойно всю мастерскую как покрыть фасадом, так и переутеплить. К этому будем стремиться. Ну а сегодня я пошел убираться. Мы тут начали искать мои инструменты. Вот тут начали убираться. И я нашел бассейн. Серьезно? Я последний раз бассейн был год назад. Так что мне сегодня есть чем заняться. Все, давайте, не болейте, не скучайте. Что у нас получилось в финале, я покажу в следующие выходные. Я напрягу всю семью, и мы будем делать вот так вот все. Так, потихоньку брать и... Вот так вот. Все, пока.